Coño. Se te tiene coño. Coño. Se te tiene coño. Салам алейкум. Здорово, пацаны. Здравствуйте, приветствуем. Здравствуйте. Что за арбуз? Зы. Так, пацаны, грузите меня тем, что я могу взять. Возьмите, возьмите, брат. Брат, кто вы по нации? Кто вы по нации? Я? Да. Азербайджан. Салам алейкум. Натарс, я хорошо там? Йорл мясенс. Сразу увидел, глаз у меня подмечен. Да. Да, чепс это я взял. А есть кто свободной рукой? Ну, ребят, ехать. Да, да, да. Давайте. А вот арбуз остался. Не-не, это мой. Все. Йорл мясенс, дядя. Спасибо. Нет, он на таксопарк жаловался, а не на Яндекс. Кто, блядь? А, да? Да, ты мужик, который нас вел. Нет, он говорил... Нет, он с расчетами какими-то. Он, потому что там комиссия таксопарка считает. Да. А, значит, он машину берет в аренду? Да. Ну он, все. Таксопарк наебывает. Настоящий таксист работает на своей машине, блядь. На Нефорском? Вань, скажи что-нибудь. Кринж. Блядь, да ну нахуй. Ебать, ступор меня вел. Кринч, прикинь. А вы что, наш плод, ебать, как стол используете? Да не, он у вас просто трансформер, но он десептикон ебаный. Вы его разобрали, да? Нет! Бля, брат. Я резко бросал. Брать. Тебя, блядь, засниму, блядь. Здорово, блядь. Блядь, секунду, блядь. Блядь, здорово, блядь. Я ему помог, блядь, чтоб губу, блядь, не ударил, блядь. Он мне машину привез, подарил, смотри, блядь. Я видел же, брат. Он мне подарил ее? Я только что... Бля, ну зеленый, брат. Наебал. Брат, я тут бургеры буду делать. Что? Делаешь? Делаю. Бля, будешь? Брат. Ты будешь бургер? Я с собой сделаю, брат. Если арбуз... Хуёвый? Кто? Я выбирал. Я выбирал. Хуёвый. Слушай... Я с хвостиком выбирал. Слушай, делаешь сейчас? С хвостиком. Или оставим как завтра. А ты вот эту хуйню будете делать? Да, делай. Вот это тонкие сцены. Кофту, брат? Да, брат. Может, ты кофту? А, Диман, у тебя там пацаны же, они ушли, интересно? У тебя пацаны ждали, ждали, ждали где-то полтора часа. А, вас ждали, тебя да, ждали. Да, тебя ждали. А вон они там сидели. А что за пацаны? Под песо-то понял твое. Жалко, да? Пиздец. Да, да, отвечаю. Здорово, мужчины. Мага с тобой здороваться. Салам алейкум. Тут все братья можем шутить. Бля, включите. О, сука, прикинь. Я думал, это собака. Боржоми пьете, да? А вы пиво взяли, да? Тварь. Черт, блядь. Какого хуя ты пиво не купил? Долбоёб, время видел. Вот закон не оскорбляет, брат. Какие законы? Это мы беспредельщики. Правильно, сейчас надо градус повышать. Диман, ты вообще, да, не пьёшь? Кого зарезать? Даже на Новый год даже? Барашка. Не, ну в этот Новый год. О, давай. В натуре? Чё пил? А, походу, нихуёво пил. А, джин? Бля, джин вот вообще не могу, блядь. А ты чё пьёшь, коньяк? Виски, ром и... Ну, водку, если... Типа, знаешь, если в семье у кого-то, и в семье наливает. А, понял? Ну ты же не выбираешь, какой напиток будет. Ну, фу, блядь, ну какой ты мерзкий чел, блядь, кринж. На самом деле здесь очень тепло. Просто я тоже ледяной водой искупался, меня знобит, понял? Знобит же, да, когда трясет? Как, блядь, на русском? Трясет тебя. Ты чувствуешь, у тебя кости ломит. Это, знаешь, подушки двигателя проверить надо. Это шикарка. Озноб морозит. Брат, да, я открою? Да ну нахуй. Нахуй ты на пол таван пролил. Блять, а есть что такая кола? Да. Сколько штук? Четыре. Давай покажу нефором, как открывать, блять. Ты, надеюсь, не об зуб? А, я хотел у тебя зажигалку попросить, но я увидел эту хуйню. А где бутылочки под колом, Матюш? Все, блять. Нефоры не знают, блять. Дай мне сюда. Не раз. Блядь, ну ты мой брат саратовский, брат. Мы с тобой выросли, братуха, там, блядь, где люди боятся жить, блядь. Энгельский пляж 3 километра, да, дождик ебашил, блядь. Обширос, брат, молчу вообще. Ты, ну, ты хай, на хай-левеле, понял, прошел эту жизнь нахуй? Да, да. Кола есть, блядь, сейчас плюс строй, смотри, как зарабатывается. Рошан, блядь, Керим, Керим. Одну вещь тебе сказали, брат. Где вот эта бутылка была? О. Не, брат, я строго открыл. А, Ваня открыл? Да, брат. Чат, ну вышел. Рошан, а где у вас, на чем вы резали доска? Есть это? Вы? С руками, на себе. А можно будет, когда вы будете это, мне две сосиски? Это что такое? Да, наверное. Да. А реально, кто там? Реально, брат, без шуток. Пацаны пришли, мы, конечно, думали, что потерялись, может быть, понял? Мы подошли к ним, они говорят, мы Димана ждем. А что они там? Брат, ну я не знаю. Пацаны, блядь! Подойдите, братья. Не стесняйтесь. Вот Диман, короче, пришел, слышите? Пацаны тут мы. Они даже не знают, какой у них. Диман,
Да, я тебе говорю, их много, брат. Реально, что вообще? Я думал, что рофлит. Не, брат, еще. Здорово, здорово. Здорово, че там, ай вы. И все. Брат, возьми колу, попьем просто. О, кола-то? Да. Да, чок, не похуй, для прикола. Смотри, как мы чокнули. Разлив профессиональный. Охуеет, блядь. Кола прикольная. Разбавил вообще, блядь. Охуел. Они еще говорят, как крысе налил, понял? Я сказал, что это уксус, блядь. Им, блядь. А им? На его ужасные сосиски. Смотри, как они выглядят. Я в жизни их не съел. Так это знаешь, нет? Свинина, блядь. Знаешь что, брат, самое, вот, как узнать, если хорошее мясо? Иди нахуй, не лень рассказывать, пиздец. Правильно, лучше не надо. Даже не знаю, что предложить. Будь. Я несу. Нужно водички. Водички? Вот, пацаны, возьмите, вот. Вот. А вот что у тебя, брат, с колесом? Да это покрышка, мотор. Не, я понял. А ты ее для чего взял? На питбайк. Спиздели, блядь. На питбайк? На жлысый, нет? Нет. Брат, а что за питбайк у тебя? Ну не у меня, это для друга. У меня Ирбис был, ТТР-110. Слабенькая тема. Ну, брат, мне тогда 12 было. В Энбисе покупал, там продавали зеленый такой, да, брат? Бля, я знаешь где, брат? Первый велик от Твича, знаешь где купил? Что я тебе скажу? Солнечный. Нет, брат. Тогда вот только юбилейный начинался. 2011. Да. Стерн купил 21 скоростей горный. В спортмастере. Стелс. Нет, Стерн. Я только стелс знаю. Нет, Стерн, брат. Горный, синий. И знаешь где? Бля, если не ошибаюсь, брат, не на жиркомбинате. Дальше идет вторая дачная же. Брат, я по Саратову. Потом первая дачная. Слева внизу был спортмастер. Там еще... Да, да. После жиркомбината идет вторая дачная. Нет. Жиркомбинат саперная, вторая дачная. Бля, пацаны. Ты что, забыл, блядь, Саратов нахуй? Сука, третья дачная, саперная, вторая дачная, первая дачная. На первой дачной поворот. Да, да. На первой дачной слева. Дай бог. Все, блядь. Делай, блядь. Навалите музыки. Короче, я жил, пацаны, на саперной, на лунной. Если здесь есть, пацаны, всем привет. Может, на 41-м месте играли, откуда знаем. Брат, любишь музыку? Музыку? Да. Включи Bluetooth, блядь! Bluetooth включи! Ой, ебать оно! Иди нахуй! Где соль? Там что готовится нахуй? А, жир вы это уебаете. Да, мразь, огурцы съел, я только нарезал их нахуй. Бля, буду 2-3 штуки похавал. Давай вместе с тобой резанем, слышь, брат? Да я бургеры хочу ебануть, а вон булочку. Чеешь? Где ты моя бебера, блядь? Бля, да, утонул я этим, блядь. На Соколовой горе у меня у пахана был. Заткнись, магазин. Мы там продавали диски, колеса, аксессуары. На Соколовой горе, около аэропорта. Блядь, я когда поеду домой, как это классно лежать в кровати, брат. Вообще. Купаться и не думать, что у тебя вода закончится. Ебать, это кайф. Здорово, пацаны. Ох, блядь, аккуратно, брат. Перестрелка, блядь. Не зря же кино снимал. Спасибо за рейд большое, пацаны. Шифту, шифт. Идет. Ей, шифту, вот, шифту играет. На него. Ренату 23 года. 24 исполнился давно. Шифту, шифту. Шифту, шифту. Это хрюшка, брат? Это курица. А, делаем хрюшку. Будешь хрюшку, брат? Не, спасибо. Что хочешь, ну, расскажи. Что пожарил? Я очень хорошо поел. Что ты поел? Мы там поели и помидоры поел. А-а-а. Что я ел? Легендарный анус, ангус. Попросите Ликса с акцентом поговорить. А я не умею, кстати, акцент делать вообще вот так только если. Но это не акцент. Нормально, брат. Эй, хватит зайти. Равшан. Плохо, брат. Мясо. Много мяса, если честно, очень много купили, да, очень много. Я это и горел. Брат, знаешь как, запас жопы. Ну, много не мало. Правильно, ты же просто... Ну, и мало, не ты много. Ты должен понимать это, брат, ты опытный пацан. Сейчас в роль войдет. Диман, делаешь, пацаны, просят еще акцент. Эй, хватит завязывай. Не, бля, плохо. Реально... Эй, завязывай, а. Не. Я не умею делать. Ну, это как я сейчас не смогу поговорить без акцента. Ну, попробуй. Ну, начни просто. Без акцента? Да. Сейчас. Ну, что ты хочешь? Вот, без акцента ты говоришь. Ты можешь без акцента говорить. Спасибо. А зачем с акцентом говоришь? Не знаю, брат, просто из себя выходит. Из себя выходит? Это внутри душа, понял, играет. Не, я вот не умею акценты ничего что делать. Пишешь, чел? А ты умеешь разные акценты делать? Есть же разные вообще акценты. А, чел пишет, что я вообще без акцента разговариваю. Я просто себя же не слышу, я же нет, не знаю. Нет, без акцента. Ну, у тебя есть чуть-чуть. Есть, по-любому, брат. Есть. Я потому что много языков знаю, мне тяжело.
сколько языков? 107 почти, брат. 107? Нет, 7. А, 107, нихуя, я думаю, ты вообще не пропадешь. Вообще нигде не пропадешь. А 7 какие-то знаешь, подожди. Агар-Гуджурский. Да. Потом? Фантомасский. Фантомасский. Дорожный. Шачирный. Шачирный. Сочинский. Сочинский. Сегодня хорошо покатались, братжан. Нормально получилось, или? Просто чуть-чуть у вас лодка сломался. Вот сейчас стол сделали. А ну чебоксарский салам сделай, братчан. Это что такое? Чебоксарский? Да. Пожалуйста, можешь взять эти булочки напополам разрезать? Они уже разрезаны. Сейчас, подождите, я не могу переадаптироваться. Максимчан, как там? Получается? Да, брат, бомба. Делаешь, братчан, делаешь. Получается тогда. Если помощь нужна, я здесь. Сразу видишь, как понял, пацаны чебоксарские появились сейчас. О, все. Братан, нормально получится. Разрезано? Да, мать. Хорошая булка, вот это наша. Разломаю? 95-я. Ну, разломал. Равшан, включи лезгинку, просят. Включи лезгинку. Лезгинку, лезгинку. Лезгинку, чтобы исполнил. Блядь, не говори. Ау, извини. Пятый, знаешь, как болят, что я ходил целый Кирюмчик, день? Можешь, пожалуйста, выкинуть? Какую-то хуйню, блядь, подкидываете. Сейчас танцевать буду, все угорать начнут. Не, сегодня моросить я не буду. Первый пошел. Иди нахуй, Невр, сам иди. Не начну. У вас стол, блядь, а не плод. Сфоткала? Брат, когда склад будем говорить? А ты нам научился? По-братски. Сюда можно приезжать, вот как сейчас. Я вас прошу, по-братски не приезжайте. Дайте нам чуть отдохнуть хорошо. Между собой реально общаемся. Да, мы просто ни разу вот так не сели, не общались. Мы никогда не отказываем. Ибо что, старый с нами, блядь. Да, старый с нами. Это вообще легенда, что старый в 2 часа ночи, что на улице. Я вообще в ахуе. Мы просто хотим посидеть своим. Еще и на шашлыках, да? Мы просто хотим своим составом посидеть, по-братски не надо приезжать. Поткаться, дергать, так сказать, хорошо, пацаны. Просто, ну реально, сейчас мы сейчас сядем за стол, буду приходить. Что уже поздно уже, наверное. Ну да, тем более 2 часа ночи. Тем более 2 часа ночи. Да, брат, вот, уже приезжают. Это подписчики просто? Да, да. А босс нормально взял? О, вот он. Брат, тебе помочь? Не, брат. Ебать, арбуз вкусный, брат. Бля, сука, скрыли нас не доступить, блядь. Брат, это в какой команде сейчас? Я? Да. Ни в какой. Термикинг нельзя? Свободный агент. Это легенды. Ты же вроде в один день, не? Не, все. Все, понял, базар. Из Нави кикнули. Да. Просто узнать решил, блядь. Дела плохи. После Нави дела такие, блядь. Да? После Нави со всеми дела плохи. Брат, я вообще не люблю. Не приклеился сыр, не понял. Не люблю дыню. Нет, дыню могу, знаешь, как поесть? Когда ты в ресторане заказываешь, ассорти. А, кусочками. Кусочек, да? Похавать один, и все, хватает на все лето. На все брат, а булочки, сидит. Слышишь, брат, надо подогреть. У меня пахан, брат, это пиздец. Сезон дыню начинается, дома если арбуза нету, и мама с ним ругается, в холодильнике сейчас пендырим 100%, нету, нет? Большой, да. Да, сейчас и пендырим есть? Не, брат, нет? Мама просто любит сеть, понял, хавать, понял? Холодный еще делать для себя отдельно. Пистолет. Смотри, вот видишь, я ставлю, он прицеливает. И пистолет. Все. Хоп. Не, это хуйня села. О, и пистолет. Раз, два, три. А где щипцы? У кого щипцы? Ноздря. Дыня. Раз, еба. Ублюдок еще не. Я говорю, хуй зацепил, блядь. Аня говорит, что дыня ублюдок. Кто говорит? Антика. Кому? Дыня. А нам такое не скажешь. Не дыня, скажет. Дыня, брат. А, дыня. Дыня, класс. Не переваривается, тварь, блядь. Музыка, слышишь? Не-не-не-не-не. Видишь, вот так, блядь. Ебать, вкусно. Подожди, Марк. А вот они, брат. Что-то придумали. Знаешь, о чем наши пытались? Смотри, смотри, смотри. Ты знаешь, что сделать? Смотри, я знаю, лучше всех, смотри. Он сейчас себе построит себе бургер. А там идет похавает. Искать все, наелся и хуй будет есть. Что, брат? Сейчас нам в голове говорит, как мы спалили тебя, как ты смотрел туда. Что сделал? Не сделал. Я же сказал, вот. Я же сказал, я знал, брат. Что? Ну, он, короче, сделал тактику. Что? Вот ты сейчас посмотришь и построишь себе бургер, а я сказал, он сейчас посмотрит, скажет, нахуй надо, и отойдет. И вот смотри. Булочки там, где ты взял. А, брат, а я этот, видишь? Я хотел сделать, бля, буду хотел, клянусь, хотел. Просто не было ложки, я хотел сейчас намазать. Я просто увидел его, он посмотрел. Человек, когда больше 4 секунд думает и не делает, значит, он не сделает уже, понятно? Да, лыб, я 16 дней думаю, потом делаю, блядь. Ну, я вообще никогда не делаю. Я же весы, блядь, я долго думаю. Я вообще близнец долбоёб. Я любой вещь делал, 15 лет думаю. Не, я близнец. Тебе пиздец. Бля, ты близнец? Самые проститутки, понял? За близнецы все. Самые, блядь, охуительный знак зодиака. Нет, охуенно, но близнецы это душе проститутки. И пацан девушка. Там урод ебал. Все.
У меня, блядь, все девочки знакомые, близнецы, штук 10, все разведенные, нахуй. Самалейкум. И Женька у меня близнец. А, в натуре, прикинь! Ебать! Слушай, у меня на днюхе, блядь, покупал. Какого у него день рождения? 18-го? 16-го. Ебать, я вспомнил, нахуй, я месяц не вспомнил. Не обидно вообще. Нахуй ты мне камеру в лицо суешь? Хуёвый оператор ты. Фейт. 3700 дал, 3700. За сколько ты у проститутки стрижешься? 3600. А сколько с донатов зарабатываешь, так честно? С донатов не зарабатываю. Че ты пиздишь, блядь? Клянусь, сбор не стоит даже. Да, ни один стример с донатов не зарабатывает. Нет, на, именно когда на парикмахерской у нее. А, ну 5-6 тысяч. Вот, видишь, я про это говорю. 5-6 типа... Одного стримера, который с донатов зарабатывает. Стрейт. Стрейт, да. Дэнкс. Бля, он, да. Все девушки, брат. Слышь? Да, брат. 90%, ладно, не все, а? Про всех говорить не буду. Ни у кого рекламы нет. Делаю. Да, пошла на нахуй, брат. У меня в Сочи, знаешь, сколько таких барберш? Я тебе могу дать номер. МВР, Анилингус. О, я на второй канале тоже заработал. А здесь мне не надо, донатов. Донатов. Я на доте? Работаю. Это вообще пиздец. Пиздец. Даже я донатил, бля, каким-то хуем, не знаю. Делай, делай. А, не просто... Фотки хотят из-за этого, что ли? Охуительно, я отсюда вижу охуительно. Можешь даже, брат, не продолжать делать. Ау! Так, слышишь? Давай. Так, сделай, что будет. На! Очень вкусно, брат. Давай, знаешь что? Всех репостим. Давай, брат. Твой рот ебал. Душой сделано, не бывает невкусно, брат. Ау! Нахуй меня снимаешь? Снимаешь. Где мага ебаный? Вот ты бучара, нахуй. Кайска играть. А? Кайска играть. Хуёво видно, блядь. Не нравится Кайска? Не знаю, мне дота по душе больше. Давай, бухай. Это свинина, вроде. Он ест? Давайте, пацаны, удачи, брат. Когда тебя ебаю, что он уже написал? Давайте, блядь. Бля, как хочу доту поиграть. Нахуй мне напомнил, Антон ебаный. Бля, был бы тут ноутбук, я сейчас доту ебашил бы себе. Бля, тебе реально в кайф? Ага, охуенно. Да, я клянусь. Кайф. Брат, этот человек, я... вот поверь мне, я с ним жил, блядь. Если в сумме взять, месяца 3 жили, нет, нахуй. Да, я каждый день. Да. Каждый день, брат, в доте. Твич, Ютуб, ТикТок, в Инстаграме иногда в рилсах футбол попадается, смотрит вот такой, смотри, блядь. Потом он знает, что мне дота неинтересно, он не показывает. Что-то интересно, смотри, блядь. Я даже засыпал под кумуна. Надо в раст играть. Во-во. Бля, ну доту я просто мухам не понимаю. Я тебе объясняю. Я люблю играть доту, но я не могу играть доту в одиночестве. Это как? Я в Warface играть не похуй. Типа один играть? Да, и поэтому я жду ночной стрим. Да я в Crossfire. Включить и наконец-то поиграть. И сколько донат мне за стрим собирается? 1030, наверное. Не, меньше. Я на мясо наелся. Я просто наелся бургером, понял? Я хочу курицу. Я просто наемся, брат. Я попробовал твой бургер. Так просто, когда ночью занято у нас этим графиком, Я сразу, блядь, понял, вот так, от того, что я хочу играть. Я могу играть, с пацаном собрать, без тебя. Ну, просто тебе с кайфом со всеми играть. Ну, типа, чтобы пацаны смотрели, ты... Да, попробуй. Ты же нехорошо играешь вроде. Я нормально играю. Нет, ты просто горишь на всех. Я нормально играю. Ух, кто в доту, как он играет. Понял, я нормально играю. Вот, смотри. Вот если они уберут приколы свои, они скажут, что я нормально играю. Охуенно играют, пацаны. Просто я медленно начал. Иногда я хорошо нажимаю, иногда плохо. Вот смотри, вы не спросите. Просто они подъебывают меня. Да. Я сам могу признать, что я плохо нажимаю иногда. Если я играю часто, я нормально нажимаю. Если я играю плохо, ой, мало, то я туплю долго, понял? Долго думаю. А так я нормально двигаюсь. Реально. Вот дай посмотри, вот они по-любому, они, блядь, замечают. Да, нормально, охуенно, на миду хуёво стоит. Не, на миду я не имею. Хуёво, охуенно. Оператор, блядь. Нормально, оператор, блядь. Оператор, блядь, а так я нормально. Ты чё, охуел, блядь? Бля, пацаны, если честно, ебать, блядь. Я тебе в КС-ку фу. А чё ты, не, в КС-ку, братан, по-братски. Давай поспорим. Лет 6. Давай, я приеду домой, даешь мне 4 дня, я дома тренируюсь, я тебе раком ставлю 1-1. Согласен. 1-1? Может, 5-5? 1-1 100% не вывезешь, брат. Давай. 1-1. Да. Разбивай. Что? Блять, зачем мы поспорим? А на что спорим? А, подожди, спор, скажите мне. КС он меня разъебет. Он думает, я, брат, любую игру разъебу, если я буду тренироваться. Окей, 4 дня. Я его 1-1 в КС ебу. На что? На что? Ну давай, просто говори. Любое. Я не хочу спорить. Не, на деньги только хуёво. На фотку голую мне. Иди нахуй. Короче. Кому, кто выигрывает из вас, там я голую фотку скидываю. Нет. Свою. Блядь, нахуй. Кто выигрывает, ой, кто проигрывает, ага. Тот на стриме говорит запрещенку. Ох, блядь, ну это хуйня, брат. Ладно, ты, сука. У меня на стриме, блядь. У меня вайтлист. Давай. А все, хуйня, вы знали, что у меня на твиче вайтлист? Кто проигрывает? Ага. Кто сбивает бороду? У меня мой лучший друг модер, понял? Блядь, тебе похуй на бороду? Мне просто пиздец не похуй. Ладно.
ну, блядь. Жалел тебе гандона. Когда кто-то из вас встречается, у вас, у тебя есть машина, и у него будет машина. Понял? А? Полный бак, раз. А? Охуенная трех... Трехтактная, как сам называется? Фазная. Трехфазная. Да слушай. Будет, будет, ну. Трехфазная мойка. Делаешь? Делаешь. Керамика и полировка, блядь. Это 100 тысяч рублей, блядь. Это тебе 100 тысяч, у него семерка будет. Секунду, блядь, все, секунду. Все. Что такое керамика и мойка? Брат, керамика, короче, зубы, полировка, как ты любишь пизду лизать. Ох, реально, давай, давай, давай делаем. Нет, стой. Короче, давай так, на нож в КС играем. На, да, на, давай. На любой? Ну, в пределах, бля, в пределах 15 уже на любую нет. Бабочку. Брат, 100 тысяч рублей минимальная. Сам, даже да, ну, да, конечно, сетка. 100 тысяч минимальная. Ну, 70 тысяч минимальная. Давай не... Не, ну это моросня, братан. 70 тысяч, блядь, бабочка, отдавать на бабочку? Стоит? Уже да, я блядь, его выиграл, блядь, 93, блядь. Охотничий вот этот, охуен, большой его, блядь. Тогда Боуи. Боуи. Боуи, у меня был, Боуи. Вот, на Боуи, любой Боуи. Давай. Давай, все, погнали. Я Боуи был раньше, красный, вот так, вот так чекнуть, так, и вот так держит его, прикольно. Бля, кстати, на лысо можно было, я никогда лысый не был. Нахуй, нахуй, что, охуен мой, а брат, лысый стричь, блядь. Черт, блядь. Типа бороду бы ты сбрил, а на лысо бы не побрился? Ты что, охуел, блядь? Ты что, блядь? Ой, блядь. Охуел, блядь. В глаза воткну, блядь. Брат, ты его не знаешь. Брат, он не выиграет. Это вундеркинд. Ну, в КС-ку нет. Блядь, брат, то, что вот ты с филда дали, это вундеркинд, посмотри на него, блядь. Равшан, 5 дней в КС тебе хватит один слово лапнуть? Что? 5 дней тебе хватит один слово фейс тапнуть? За 5 дней, блядь, так натренирую, что его раком поставлю. Все, все, все делаем, 4 дня. Это вот мяско свеженькое подъехало только что с мангала. Орешки будут кто? Писюн, это ты не по адресу. Бля, кисковат. Кто был на стриме у меня, когда мы арбуз выбирали? Что, говоришь? Да, я говорю пацанам. Ебать, взяли вкусный, слышите? Все-таки нет, эта тема с хвостиками не зря. Ну, хвостика да не от... Диман, это рандомно, Саня. Это вроде не от этого, брат. Хвостики. Ну, хвостики тоже должны быть сухие, я знаю точно. Как будто бы, знаешь, я выбираю? Нет, там по жопке. По жопке, если да? Если жопка большая, то это девочка. Если жопка узенькая, то это пацаны невкусные. Ну, то это жопа, да, знатная, ну, это была прям. Это прям видно, что он сладкий. Да, он прям хороший, он прям охуенный. Пока-пока. Хорошо, что был, хорошо посидели, поели, ели. Вот оно. Вот оно. Ты что поел, брат? Отдай телефон, Надь. Марина Золотской. Надь телефон. Мясо резина, блядь. Нормально, брат, кушать можно. Мясо резина ебаная, блядь. Ебал Феррари, может один хороший. Не, давайте в натуре. Слепуху? Да не, брат, пусть ты, бля, не знаю, кто слепуху. Да не, спать не буду. Ты же у меня тёлка была, стриптизёрша. Я ей говорил, что... Я говорил, чтобы её выебать. Говорил, вот что, что люди ходят в стриптиз-клуб там подрочить или посмотреть на вас плохо. Я говорю, очень уёбищно люди. Для меня, я говорю, это как, ну, искусство, понял? И она так сидит, бля, да ладно, нахуй, понял? Доверие ей входил. Нахуй на стриптиз-клуб ходили. А? В доверие. Я, чтобы просто выехал, там надо очень долго. Я поэтому с собой говорю, поехали в Ереван. А в Ереван что? Я могу вас подкинуть? Надо стрижку бы работать. Брат, ты куда-то подкинешь? Да я спасибо. Куда до Москвы? До Москвы. Надо до Москвы. Сейчас ехать. На туре? Да. Я не знаю, может, на работу не пойду. Давай, брат, спасибо, что ли? Как утром, самочувствие. Забери на хату, слышь, Дима. Правда, брат? Все, пока-пока. Давай, брат. Жду вас. Молодой. Хорошо, брат. Дима, я волк, я голодный. Забери мясо. Знаешь, куда? Каждому по куску зададим. Правда, отдай Юлика что-то сделать, на. Да, брат, пишу. Не, без рофла, брат. Так он в Питере. Да не, я же... Вот ты забери Юльки. А, да, ты забери. Юлька болеет, что она будет? Ты будешь делать дома, на. Заебись. Что такое? Пальцы, брат. Ты вот то дай, пиздец, брат, это. Нихуя себе, блядь. Иди сейчас приготовь. Это ножки. Мразь ебаная. Давай, все. Ты будешь это делать? Готовить сейчас буду, пацанам, да. Пацаны, вы же, блядь, ну, на хавку же потянет. Давай приготовим, посидим.